Ну, допустим, мы умалчивали, не договаривали, но лжи, как таковой, ее не было. Всем здравствуйте! В первую очередь спасибо, ребят, что с эфира смогли снять ложь этой женщины, очередную ложь, хотелось бы подчеркнуть, армянки. Вы взрослая женщина, но я вашего поведения абсолютно не понимаю. Вы не устали распространять ложь? Хватит меня приписывать в первую очередь к вашей нации. Не все то, что блестит, является армянским. Запомните, я азербайджанка по национальности. Во-вторых, для того, чтобы растить ребенка, в первую очередь надо стать хотя бы матерью. Матерью я еще пока не стала, так что хватит мне что-то там приписывать. Вам не стыдно? Вы взрослая и вы врете. А потом вы говорите, как относиться к вам. Я не встречаю среди вас, практически нет нормальных людей. Вы только клевещете, говорите ложь. Не устали?